Вопрос о реконструкции моста на автодороге Славянск на Кубани-Ачуево был поднят жителями нашего района, и после принятого на уровне губернатора Краснодарского края решения было обеспечено финансирование проекта. И вот этот мост через канал уже построен и был открыт для движения. Мост через канал на автодороге Славянск на Кубани, станица Петровская, поселок Целинный, Ачуево, очень важен не только для местных жителей, но и для всего муниципалитета. Путепровод привели в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Капитальный ремонт основного моста был сделан с тем расчетом, чтобы он отвечал самым современным требованиям. На автомобильной дороге Славянск-Петровский-Целинный-Ачуево в районе хутора Погорелова был капитально отремонтирован мост. То есть для движения был временный мост организован. Сейчас, в настоящее время, уже мост запущен, сдан в эксплуатацию. Ведутся работы по демонтажу временного моста, после чего организация приступит к следующему мосту выполнения в районе населенного пункта Целинный. Новый мост, конечно, производит самое положительное впечатление. Все его детали – мостовые опоры, балки пролета, ограждения – надежны и должны прослужить долгие годы. Когда проект изготавливался, он был с учетом современных требований, то есть для большегрузного транспортного средства прежде всего рассчитывался, чтобы служил многие десятки лет в исправном состоянии. То есть он будет не только для легкого транспортного средства предназначен, но также для большегрузного транспортного средства, что для нашего района очень актуально. В настоящее время здесь полным ходом идет демонтаж временного моста, который возводится на новом месте у поселка Целинный. Там также будет возведен основной мост. Строительство будет завершено в оптимальные сроки и с надлежащим качеством. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».